Наш маленький дружный отряд пробирался все дальше и дальше в поисках самых заповедных мест Курганской области. Погода стояла замечательная. Машин на дороге было мало. Илька с наслаждением ловила лесные запахи, жмурясь от порывов встречного ветра. Но чаще она ехала на коленях у режиссера с аспирантом. Аспирант Виталий по плану должен был провести несколько недель на местных болотах со своими любимыми куликами. И режиссер все умолял его взять с собой камеру, поснимать в свободное время этих длинноногих птиц. И все интересовался, как это он один собрался жить на болотах. Беседу их прервал профессор, а вернее перегревшийся двигатель. Ведь самая обычная ситуация в нашей, да и у большинства отечественных научных экспедиций, это бесконечный ремонт и простой на дорогах. Ведь и наши дороги, и наши отечественные автомобили не блещут идеальностью. И кроме научных исследовательских задач, профессорам часто приходится решать сугубо бытовые проблемы и брать в руки совсем ненаучные инструменты. В такие моменты мы всегда стараемся не мешать профессору и делаем вид, что очень заняты съемками и наблюдениями. На этот раз Орлан привлек всеобщее внимание, хотя профессор краем глаза заметил, что это подорлик. Подорлик предпочитает места глухие, где должны водиться, конечно, и косули. Едем дальше. Виктор Валентинович Шабалин сказал, что здесь есть замечательные косульи места. Сейчас посмотрим. Ну, давай, посмотрим. Профессор после ремонта машины отдыхал, и я завладел рулем, намереваясь погонять по проселочным дорогам. Мы высадили Виталика на одном замечательном болоте изучать куликов. И поехали дальше. Вскоре дорога нырнула в непроходимую чащу. О, смотри, смотри, косуля, косуля, косуля. И тут же нам наперерез метнулась быстроногая косуля. Илья страшно разволновалась, вырываясь у режиссера из рук. Почти инстинктивно я свернул за косулей в лес. И, проехав буквально 100 метров, заметил симпатичную, безобидную с виду полянку. Доехать до нее мне было не суждено. Мы сели. На мост не сели там? Все может быть. Вот тут вот. Очень похоже, что сели. Сначала все казалось просто. Немножко подкопать, поддать газу. И доехать до этой замечательной полянки, где можно будет поставить лагерь. Режиссер притащил пару веток, чтобы подложить под колеса. И еще мы решили немного машину разгрузить. Господин профессор, чем вы сейчас занимаетесь? А? Что? Чем сейчас занимаетесь? Мы разгружаем машину. И будем сейчас вытаскиваться. Зачем разгружать машину? Чтобы стало легче, чтобы меньше было удельное давление на грунт. Ух ты! Выражаясь школьным языком. Что случилось-то? Застряли. Как так получилось? Такое вроде... Потому что у нас есть один человек в нашей команде, в экспедиции, который хотел очень, всегда хочет стать в очень таком живописном месте, где цветы, полянки. Вот. И не слушать старших. Профессор сам с жаром принялся за дело. Лопата нехотя загребала жидкую почву. Няша. Няша.
на это место надо. Иля с радостью нам помогала, как могла. Какие-то маленькие веточки высадить, товарищ профессор. Это очень маленькие веточки делаем с тишем. Разные надвижки. Тут-то было. Первая попытка выбраться из ловушки успешно провалилась. Тут-то было. К раскопкам яростно подключился режиссер, а я таскал ветки, отрубая их от недалеко упавшей большой березы. Ну, так бывает иногда. Вторая попытка и все последующие закончились еще бездарнее. Все были в недоумении. Но такова курганская почва. Захватив колеса, она отпускает их с большой неохотой. Давайте сейчас будем. Были испытаны все средства. Толкание, раскачивание, ручная лебедка, для которой режиссер целый час напильником растачивал отверстия для болтов. И все-таки пришлось лезть на самое дно багажника за тяжеленным домкратом. Будет ли нам наука сразу доставать домкрат? Будущее покажет. Попеременно был поднят задний и передний мост, сооружен настоящий настил, а впереди выстелена дорога из веток. Томительная минута тишины, рев двигателя. И наш УАЗик вырывается, наконец, на сухое место. Эти 15 метров до лагеря были самыми трудными и самыми нелепыми в нашей полевой жизни. Можно было, наконец, вздохнуть спокойно. Да. Мы переехали. Вытащили. Да, сколько провозились-то? Я не считал даже. Пойдем посмотрим на... Нагать-то? Нагать-то. Можно там ехать. Можно батарею переправлять, а тоже для себя. Может, еще раз попробуем? Нет, не надо дальше. Не надо? Надо было поднять. Ну что, товарищ профессор, как? Хорошо. Пока мы суетились с костром, палатками, тентом, котелками, косули то и дело выглядывали из-за деревьев, с интересом наблюдая за странными созданиями, с кучей непонятного барахла. Но, почувствовав на себе чей-нибудь из нас взгляд, не спеша удалялись во свояси. Место обещало быть интересным. Лишь рано утром мы осознали, в каком замечательном месте нам суждено было застрять. Распускающиеся кроны берез над нами обещали спасительную прохладную тень. Вокруг яркой мозаикой среди деревьев раскинулись удивительные поляны, покрытые бесчисленными фиолетовыми цветами медуницы. И мы назвали это место Медуничной поляной. Весна широкими шагами шествовала по лесам и полям, даруя всему живому тепло. Цветы благодарно склонялись перед ней, наполняя красотой наш духовный мир и питая нектаром мир природных созданий, не забывая почерпнуть от них великую власть господства над жизнью. Иначе говоря, мы просто радовались, глядя на цветы,
а многочисленные насекомые сновали по ним в поисках пропитания и в то же время пуляя их. Пчелы, шмели, мухи, жуки и еще много разной мелочи, что очнулось недавно от зимней спячки или появилось из куколок. Все они стремились успеть с блеском ярко прожить свой короткий век. Наша жизнь на Медуничной поляне вошла в привычный ритм. Профессор отправился на экскурсию записывать голоса птиц. А я установил скрадок на опушке леса и вскоре дождался первых гостей. Косули обычно придерживаются одних и тех же маршрутов. Утром они идут на кормежку, вечером – на лёжку. И мой план состоял в том, чтобы выяснить эти маршруты и удачно поставить скрадок для съемок. Режиссер остался в лагере наладить быт и сварить обед. Между делом он отыскал здоровенный пень, где весной местные крестьяне заготавливали дрова. И там он снимал насекомых. Как объяснил режиссер, патока – это загустевший березовый сок, которая чрезвычайно полезна и вкусна для насекомых. Мне только показалось странным, что тут делает жук-могильщик, который не то что патоку не ест, вообще ничего свежего и сладкого не любит. Позже режиссер признался, что сам посадил этого красивого на вид жука, не зная, кто это такой. На самом деле жуки эти не только красивые, но и оказываются полезны. Они находят мертвых животных и закапывают их для своих будущих детей, очищая наши луга и леса. Кроме жука, режиссер обнаружил неподалеку большую поляну сморчковых шапочек, самых ранних весенних грибов. Сморчковую шапочку называют еще колпачком, шапкой, сморчком нежным. Действительно, шапка у него необычна и напоминает сверхизысканную крышу какого-нибудь особняка в стиле модерн. Растет этот чудо-гриб во влажных, подтопленных почвах, любит осины, липы и березы. При благоприятных условиях сильно разрастается и дает хороший урожай. Более 50 причудливых шапочек на одну грибницу. Все виды сморчков условно съедобные грибы, поэтому их предварительно отваривают, два раза меняя воду. Гораздо лучше их сушить. В сушеном виде сморчковая шапочка ничуть не уступает грибам высшей категории. Профессор, вернувшись с охоты за птичьими песнями, показал нам мастер-класс по приготовлению классического блюда. Жареные сморчковые шапочки во фритюре а-ля гранж. Где было? Барсука вела? Иля притащила с экскурсии наигрязнейшее голодное пузо. Такая чрезвычайно грязная просто. Она совсем не разделяла наших восторгов по поводу сегодняшнего меню. «Где же привычная тушенка?» — говорил ее укоризненный взгляд над пустыми вчерашними банками. После обеда режиссер, как обычно, выспрашивал у профессора про птиц, что живут в этих лесах. Ярких и больших птиц он немного научился различать.
А сегодня его интересовала маленькая серенькая птичка, похожая на воробья, что долго с интересом смотрела на него с березовой веточки. Профессор давно наблюдал за этой птичкой и даже нашел ее гнездо недалеко от лагеря. Это лесной конек. Он чуть меньше полевого воробья, как правильно заметил режиссер. И по окраске на него очень похож. Птичка эта красиво поет, с разными трелями, свистами. И хотя вокруг много деревьев, гнездо пара коньков строит всегда на земле. Сейчас в гнезде спят несколько пушистых подростков. Пока они отдыхают, сложно сказать, сколько их там в куче. Но как только они заслышат голос родителя, над кучей поднимается 5 ярких оранжевых ртов с желтой каймой. Родителям сразу ясно, куда совать корм. А кушают птенцы, да и сами взрослые, насекомых. Заметить конька на гнезде трудно. Ведь приходит он пешком, скрываясь в траве, и также осторожно удаляется. Мусора в гнезде и рядом не бывает. Все тщательно собирается и уносится подальше под покровом травы. Зимуют коньки в Африке и Индии. За лето они могут успеть 2 стать родителями. Коньков на самом деле довольно много видов. И различить их друг от друга среди деревьев трудно даже для орнитолога. А вот песни у них разные. Для того профессор и записывает их голоса, чтобы каждый режиссер, да и любой человек мог определить конька, которого он видел. Все последующие дни на Медуничной поляне стояла волшебная солнечная погода. Бывают такие неповторимые места, где тяготы и лишения полевой жизни вознаграждаются благодарной природой за нашу к ней любовь и безграничное терпение. Мои съемки косуль наладились, и я наслаждался прекрасной погодой и хорошими кадрами. Режиссер, глядя на мои успехи, тоже отправился с камерой пытать счастье. И не зря. Юный лось неожиданно выскочил прямо на режиссера. Он бегал по полянке, радовался жизни, позировал и с наслаждением поедал сочную листву. Режиссер, окрыленный успехом и любящий всякие соревнования, предложил мне сразиться на очки. За косулю 1, за лося 10. Я согласился, не сильно упираясь, и режиссер тут же выложил утренние кадры. Теперь еще засветло, режиссер уходил в поля. Косуль стоимостью в 1 он просто игнорировал и сразу направлялся на открытые, хорошо просматриваемые места. Режиссеру откровенно везло. Лоси, как по заказу, неспешно бродили перед его камерой. Вообще, съемок лосей мы не планировали, потому как этого зверя долгое время было здесь очень мало. Их выбили охотники. Охоту закрыли. И, судя по удачам режиссера, численность лосей потихоньку восстанавливалась. Таким образом, режиссер за короткое время в нашем соревновании вырвался в лидеры, а я выполнял план по косулям в своем скратке. Пока режиссер подсчитывает свои очки и наслаждается преимуществом, расскажу-ка я вам про маленького изящного оленя – косулю. Косуля распространена очень широко. Она предпочитает светлые леса с большими травянистыми полянами,
и лесостепь. Вероятно, в прошлом лесостепь была самым излюбленным ландшафтом этого замечательного копытного животного. Простор, хороший обзор и возможность для быстрого маневра – вот что дает косуле преимущество в борьбе за выживание на открытой местности. Однако люди все больше захватывали степь под свои сельскохозяйственные нужды. И косуле все дальше и дальше пришлось отступать в нелюбимые ею леса. Гону косуль в августе. И сейчас, в эти чудесные весенние деньки, самцы беспечно бродят по своим территориям, усиленно питаются и красуются новыми бархатистыми рожками, которые скоро вырастут, затвердеют и станут серьезным аргументом в турнирных боях за прекрасных дам. Как и у других оленей, по количеству отростков можно судить о возрасте хозяина. Осенью рога отпадут и достанутся какому-нибудь заядлому грибнику в качестве трофея. Сейчас для косуль самое раздолье. Много вкусной, свежей зелени. Весна. Косули предпочитают травянистую и древесно-кустарниковую растительность. Любят ягоды. Обожают каштаны, желуди, плоды бука и диких фруктовых деревьев. Ну, там, где они, конечно, есть. Живут косули до 15 лет. Очень любопытны. Часто близко подходят к человеку, если он не делает резких движений, и ветер дует не с его стороны. Но все равно косуля – осторожный зверь. Часто осматривается и внимательно вслушивается в окружающие звуки. Большие красивые уши, как локаторы, вращаются во всех направлениях. Характерный признак косули – большое белое пятно на попе. Это зеркальце – своеобразное и необходимое средство сигнализации. Пока опасности нет, зеркальце это почти незаметно. Когда косуля наконец почувствовала опасность, она поступает очень просто. Спасается бегством. А бегает косуля быстро. Как раз в этом случае и срабатывает сигнал зеркальца. Зеркальце распушилось, увеличилось в объеме, и теперь всем косулям его хорошо видно и ясно, что надо удирать. И в какую сторону. Для молодых этот сигнал вообще руководство к беспрекословному действию. Вечером в лагере мы делились впечатлениями. Успехи на медуничной поляне были очевидными. Работали мы тут без напряжения. Солнечная, нежаркая погода способствовала съемкам, наблюдениям и отдыху. Мы рассказали профессору о нашем состязании, что его немало позабавило. Но он согласился, что это один из лучших способов скрасить порой непростые экспедиционные будни. И в то же время дает некоторым дополнительный стимул. Я признал, что режиссер «Заласей» получил гораздо больше очков и пообещал скоро его нагнать. Заварив вкусный чай, мы вспоминали нашего коллегу, аспиранта Виталия Полякова. Как он там один на болотах? Хотя нет, не один, совсем не один. Со своими любимыми куликами.